Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Сейчас мы выполним упражнение номер 26 на странице 99 учебника математики для второго класса автора Маром. В этом упражнении мы должны найти значение числовых выражений в 2 и в 3 действия со скобками. Вспоминаем, что сначала выполняется действие в скобках, а затем действие за скобками. 20 плюс сумма чисел 42 и 8 и плюс 6. Сначала выполняем действие в скобках. 42 плюс 8. 2 плюс 8 равно 10. 40 плюс 10 равно 50. 20 плюс 50 равно 70. И плюс 6 равно 76. 20 прибавить сумму чисел 42 и 8 прибавить 6 равно 76. К 50 прибавить сумму чисел 34 и 6 и прибавить 7. Также сначала выполняем действия в скобках. 34 плюс 6. 4 плюс 6 равно 10. 30 плюс 10 равно 40. 50 плюс 40 равно 90. И плюс 7 равно 97. К 10 прибавить разных чисел 35 и 15. Выполняем действия в скобках. 35 минус 15. 35 минус 10 равно 25. И минус 5 равно 20. 10 плюс 20 равно 30. Из 70 вычесть разные числа 84 и 40. Выполняем действия в скобках. 84 минус 40. 80 минус 40 равно 40 плюс 4 – 44. 70 вычитаем 44. 70 минус 40 равно 30. И 30 минус 4 равно 26. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.